Господи, благослови. Вот у нас одно искушение. Не как у нас с аппаратурой, да? То одна аппаратура выключается, то батарейка разряжается. Я хотела сказать, к чему вернуться-то. Игнатий Тихонович, и как и сам Господь даже, нас именно к Евангелию, чтобы мы привязаны были к Евангелию. А у нас все боятся этого Евангелия, Библии. Как и Зоя тут рассказала, бабулька какая сказала, ой, с ума сойдешь, ой, с ума. Да Игнатий Тихонович говорит, многие говорят, будешь читать Евангелие, с ума сойдешь. Может быть и сойдешь, если будешь принимать его буквально. Ну как там, правильно, если не будете есть плоти и крови, да, если буквально примут, то, конечно, люди с ума могут сойти. Теперь я понимаю, почему. Ну и многие места, возьми меч, ну правильно, если они поймут буквально, и что это будет. Я понимаю, почему. Это без веры никак нельзя, без Духа Святого никак нельзя понять это Евангелие. Вот поэтому я говорю, когда я читала Акафист, я поняла основную мысль. Дело здесь не в Акафисте. Я не против Акафиста, я за. Но я поняла одну простую вещь, это очень удивительно. Я сколько лет, я 27 лет, как я в храме, я хожу, все читают. Я знаю, одна женщина, она читает по 5 Акафистов в день. Но вижу, какие плоды у человека, какие я делала плоды. Сколько я была и читала, читала, а в итоге-то это не давало мне, скажем, победить страсти, да? Потому что первородный грех на мне был. Оно приводило к чему? Ну, вере оно может укрепить? Может, да. Если там любовь вызвать к Матери Божией, да, мы почитаем, мы ее благодарим. Это как бы выразить благодарение через Акафист, да? Он же для чего? Для прославления, для благодарения. И также есть, например, слава Богу за все. Вот. Акафист, ну что мы восхваляем? И Матерь Божию, и святых. Но мы также молимся и просим. Но я хочу сказать совсем о другом. Что через них душа не воскресает. Как она была грешной, как я была грешной, например, со своими страстями, грехами. Я читала Акафисты и каноны. Такой я и оставалась, такой я продолжала оставаться. До тех пор, пока я не уверовала истинно, не поняла, что такое истинное крещение. И только когда я приняла истинное крещение полным погружением, когда мне Господь простил все мои грехи, и мой первородный грех очистил меня и дал дар Дух Святой, залог, да? Я поняла, и душа моя воскресла. У меня не стало такого уныния, как раньше. Я думала, все, невозможно было жить. Как часто и впадала в истерики, в уныние. Я боролась с грехом, я пыталась, я хотела, но я ничего не могла. Я не могла понять, как я. Я причащаюсь, исповедуюсь, я читаю те же каноны Акафисты, а ничего не меняется, ничего не происходит. Как же ничего не меняется, Катя? Я прочитала канон за болящим, когда болел у меня внук, с верою. У меня даже не было Акафиста на руках. Я читала через гаджет вот этот, вот я забыла. Через интернет, да. Я прочитала. И что? Ребенок буквально после того, как я прочитала этот Акафист, встал, у него температура спала. Как же ничего не происходит? Происходит. Он попросил меня есть. А лежал практически неживой. Слава тебе, Господи, я тебя понимаю. Ты сейчас хочешь сказать, ты читала Акафист, когда у тебя ребенок... Или канон заболел. Канон, когда ребенок был, болел. Скажем, тяжело заболел. И ты напугалась, ну как бы при смерти, можно сказать так, да? Ну да, у меня температура была очень высокая. У меня было такое, и с дочкой был момент, когда у нее было воспаление легких. Только потом я узнала пневмонию, сейчас расскажу, чудесный случай был. Но я сейчас хочу вернуться как вот с сыном сначала. Помню, он был маленький, сколько лет, 5 может быть, температура 40,5. Ну как, 40 градусов, 0,5, да? Да, да, уже за 40. Для меня это был такой шок. Впервые в жизни никогда у меня такого не было. У меня был такой испуг, то есть меня начало трясти, а он мне еще лежал на столе, потому что я пеленала на столе, я сейчас не помню еще, где это. Это еще, наверное, годик ему, наверное, не было. Он был настолько маленький, и я настолько напугалась, а что делать в этот момент? Естественно, я кричу, дочку, неси святую воду, чтобы его скинуть как температуру, обмывать святой водой и вызывать скорую. И начала молиться, и дочь попросила молиться, она еще тоже, разница у них небольшая, там ей 7 лет, да? Я больше, наверное, ее молитву надеялась, чем на свою. Ну, конечно, нас положили в больницу, там грипп, все, вылечились потом, я не помню, как температура, да, а, видать, стали, когда мы взмолились, дочка, я и крещенской водой, она немножко спала, скорую нас увезли, но после того,
Я долго не могла грацию брать в руки. У меня остался вот этот страх. Я его не могла брать, потому что я уже боялась. Ну, я подумала, что он может умереть, ну, просто сгореть, потому что таких случаев было очень много. То есть здесь прям Господь помог скинуть небольшой хотя бы за 40 температуру скинуть, когда вот именно крещенской водой. Ну, то хочешь сказать, что у него в тот момент тоже спала температура, ну, как и у нас? Чуть-чуть, вот ниже 40, да. До того, пока приехала скорая. И то я уже не стала смотреть градусник второй раз, я просила дочку, потому что я уже не могла смотреть. Мне, ну, просто страх, чисто человеческий страх был, я и это самое. Вот. А с дочкой был случай, где-то в 7 лет, она заболела, и тоже и температура, и рвота, и все. Мы еще с мужем жили, да. И я, значит, и старалась чем-то лечить, что-то давать. Вечером, перед сном-то. А ночью проснулся, у нее все это продолжается, я не могу понять, никогда такого не было. Но обычно и грипп, и все, и там, это понятно, ОРВИ, или что-то мы лечились, она болела. А тут, не поймешь, отравление или что, естественно, я всегда, вот, никогда на себя не надеялась, я чуть что сразу вызывала скорую. Ну, потому что маленькие дети, я ответственность на себя брать боюсь. Мало ли, я же не специалист. Вот. Муж, конечно, меня стал ругать, зачем тебе скорая. Но я вызвала скорую, я рада, что я вызвала ее сразу, значит, увезли, положили. Вот. Но я с вторым ребенком, еще декретно была, занималась, да. И что интересно, потом у меня в голове постоянно крутились слова, стих из Псалтыря. «Сканчивается душа моя во дворе Господне». Я их, эти слова не понимала, просто они крутятся в голове, все. Я, конечно, ходила в храм, молилась, сейчас не помню, там исповедовалась, причащалась или что-то я делала, но однозначно я молилась, в храм ходила, к дочке я и отнесла ей святую воду, и маслице приносила, да, и просворочек, что-то учила ее лежала, делать. Да? Ее положили в холодный бокс, ничего не могли определить. Рвота продолжалась, понос продолжался, плюс в холодном боксе, они вообще не могли ничего определить. Я не знаю, там какой это был, может, суббота, воскресенье, у нас почему-то всегда все вот такие заболевания, и был воскресный день. Вот. И дело шло когда-то к субботе, и я, а в субботу их отпускают детей, и я-то с таким намерением, что я сейчас пойду, я заберу на выходной хотя бы домой, порадоваться-то. Но я перед этим шла, конечно, сильно молилась, думаю, потому что диагноз был неизвестен. И когда пришла, слава Богу, я говорю, все-таки Господь, наверное, слушал молитву, я как мать молилась, и хотя бы Господь уразумел врача снять флюорографию. И когда они сняли, только тогда они увидели, что у нее, оказывается, воспаление легких, одно легкое закрылось. Они-то думали, у нее отравление, почему работа, и все. И в холодном боксе лежали, когда там нельзя было держать, у нее даже легкое закрылось. То есть я только потом до меня дошло сознание, что значит кончится душа моя в дворе Господне. Как бы еще немножко, она могла, если бы я взяла домой, если бы они не сделали флюорографию с пятницы на субботу, что как раз они только сделали перед тем, как мне прийти ее забрать. Я бы ее забрала, все, она бы умерла. Но Господь сохранил, вот я благодарна Богу, но вот это был такой момент, да, и все-таки Господь помогал, разумлял, с одной стороны. Но тяжело потом все это, и все 10 лет, когда она постоянно она слабенькая была, постоянно болела, в школу когда училась. Ну, я хочу сказать, что помощь идет по молитве. Помощь, и вот я к чему тебе хотела сказать, да, от веры и от молитвы. Когда мы смотрим, опять читаем Евангелие в Новом Завете, Господь ходил, и в Капернаум он пришел, но он там никаких чудес не сотворил, кроме как, когда пришел на свадьбу, притворил вино в воду. Первое чудо, которое он сотворил там, в Кане Галилейской, именно во время свадьбы, но больше он не сотворил чудес. И во многих местах он не везде творил чудеса, и не с каждым человеком. У кого не было веры, он не творил чудес. А он творил чудеса там, у кого была вера. И получается, у тебя, когда заболел ребенок, ты начала... Мы как? Мы же слабые, мы же скорее за что-то беремся, мы на себя не надеемся, а нам нужно, мы понимаем, что нам нужно что-то прочитать, акафист, канон, ну что придет в первую мысль в голову. Я также молишься, к святым прибегаешь, кого мы знаем, святитель Николай, Викторович, учитель Пантелеймона. Я сейчас очень многих поминаю, как Игнатий Тихонович, он говорит 77. Я, наверное, как-то я считала, около 100 у них получается, но сюда входят, например, и 14 тысяч вифлеемских младенцев, убиенных, значит, в Иерусалиме от Ирода за Христа, да, и 7 отроков Ефесских, Ефесе уснувших, и 3 отрока Анания, Азария, Мисаила, и живого на пище находящихся, среди пламени Бога запишу молитву, и 40 всероссийских мучеников, и оптинских старцев, здесь очень много, я их поминаю, да, я их люблю, я их молюсь, я понимаю, я надеюсь, как бы, на их помощь,
что они угодили Богу, что они ближе к Богу, что их Господь молитву слышит быстрее, чем меня, молитву грешную, да? Угу. Это понятно, мы прибегаем к помощи Матери Божией. А как прибегаем и в простой молитве, как в беседе с Богом, так и в беседе со святыми, и через каноны, и через акафисты, да? Это все понятно, это составила церковь, написали святые, да, наши, те же митрополиты, епископы, монахи, но неважно, да, то есть они писали тоже не, как бы Духом Святым руководимые, да? Но я хочу сказать здесь о другом. Это нам все помогало, и почему? Господь творил чудо, потому что Он творит, Он может воскрешать. И целить, и творить. Но когда мы имеем веру, с одной стороны, с нашей стороны была вера, а помощь-то и исцеление-то от Бога, не от нас. От нас только вера. Ну, да, а помощь и исцеление от Бога. Я понимаю. А уж через что, что там? Через таинство, через просфоры, через святую воду. Хотя эти чудеса, они и вне церкви есть. Вот Игнатий Ильич поясняет, и у католиков, и у ертерьков, у них тоже много исцелений. У них очень много исцелений. У них тоже там какая-то своя вера. Пусть не в Иисус Христа, но ну, своя, скажем, вера. Я по большому счету скажу, тот же самый еретик или коммунист, он верит в свой капитал, скажем, или во что-то не верит. Или, скажем, у нас вера правильная, а у них суетная вера, суеверие. Только они верят в суеверие. Кошка перешла дорогу, и он не пойдет, как у меня. Все учителя, у них настолько вера, не переходи дорогу с пустыми дромами. Вот все, начиная от директора, вот именно учителя, если я иду, они обязательно спросят, у тебя пустой ведро или нет. Ладно, учителя, я уже как бы, ладно, но если директор попадется, хоть убегай, хоть отбегай. Я там, если тряпка лежит, я скажу, нет, не пустое. Уже там что устал говорить, я уже ему говорю, что это суеверие. Но они все равно, они на этом зациклены, они не могут. Вот поэтому я тебе говорю, чтобы ты не соблазнялась. Мне пришла эта мысль, я считаю, это правильная мысль. Она всего лишь о чем? Что чтение их не приводит душу к воскресению всего лишь. А воскресает она когда? То есть она воскресает через уверение, через Евангелие. И когда мы принимаем крещение, когда мы очищаемся от грехов, от всех наших, как от вольных и невольных, и от первородного греха. Вот тогда наша душа воскресает. Вот я о чем хочу сказать. Что не акафист нас спасает, а спасает Слово Нет, Божие. Опять слово спасать я здесь не говорю. Спаситель у нас один, Иисус Христос, наш Спаситель. Господь Иисус Христос, Он нас спасает от наших грехов, от всего, но как ты, чтобы тебе поясняю, Он спасает нас через нашу веру, а поскольку мы слабые, мы немощные, мы себе как бы не доверяем, мы не можем напрямую помолиться, вот как сектанты, они же напрямую к Богу встают и молятся, они понимают, что и Господь слышит, они понимают, а мы православные настолько зациклены, что мы уже не верим сами себе, мы не верим, что нас Бог слышит, с одной стороны, правильно не верим, потому что мы же мертвые. А они, у них духовное рождение есть. Вот сейчас я начинаю с тобой говорить, и для меня, прямо вот сейчас, Господь сознание доходит. Почему? Правильно Игнатий Тихонович говорит. Почему? Потому что у тех же самых сектантов есть благодать, призывающая, обращающая. Почему? Потому что когда они слышат Евангелие, слышат проповедь Евангелия, через любого проповедника или миссионера, читают Евангелие, они обращаются к Богу. Они понимают, они признают Его своим спасителем, искупителем. И Господь дает в этот момент им благодать. Дает. Какой бы он ни был, он ему дает благодать. И они обращаются. И будучи пьяницами, наркоманами, кем бы они ни были, они, если он пил, он бросает пить. Если он блудил, он бросает блудить. Да? Если он был наркоманом, он бросает. Я не о всех говорю. Но те, которые есть, которые, да, и бросают. И аборта не делают, и не пьют, не курят. Есть такие. Мы не говорим о тех, которые среди них и пьют, и блудят, и продолжают. И даже среди них учителя, которые себя называют таковыми учителями. И они там курят, и блудят. Мы об этом сейчас не говорим. Но говорим о том, что Господь, понимаешь, это мы сейчас понимаем и как бы судим так, что вот мы православные, мы спасаемся, а вот там еретики, вот там другие и прочие, там язычники, вот они, может, они спасаются. Но мы не можем знать, мы не можем говорить, мы только по Евангелию можем сказать, как, да, вне церкви нет спасения. Как там будет вне церкви, мы не знаем. Мы только по Евангелию знаем, что в церкви спасение, что мы в истинной церкви. Но опять-таки мы про себя тоже сказать православных не можем, спасемся ли мы. Но если мы мертвые, то вряд ли мы спасемся. Ну, мы надеемся. Мы надеемся. Но я тебе еще раз говорю, если православный, он душой мертвый, надежды на спасение у него мало. Если он не воскреснет этой своей душой, то, имея мертвую душу, как она? Если она здесь не воскреснет, она и там не воскреснет.
понятно, о чем я говорю. Я хочу сказать, что воскресение, воскресить свою душу, это важнее всего, это главнее всего. И хочу опять вернуться к тому, что если, значит, сектанты, они напрямую разговаривают с Богом, они привыкли так, да? А мы-то немощные, мы-то слабые, мы где-то задним умом понимаем, что мы никак от греха отстать не можем. Мы его настолько любим, но не можем отстать от греха. Мы темные, мы, значит, мертвой душой. Поэтому мы и понимаем, что Господь нас не всегда слышит. И поэтому мы прибегаем, как вот на палочку опирается человек, который хромает, так и мы опираемся на те же каноны, на те же Евангелия, мы без них не можем. И мы это на монашестве видим, они этим спасались. Ничего здесь плохого нет. Я не говорю, это хорошо. Это прививает любовь к молитве, а молиться мы должны. Это и навык, я по себе знаю. У меня настолько навык, вот я никогда не забуду вот личный пример. Когда я начинала, сложнее всего мне давались утренние молитвы, которые нужно вычитывать полностью, и вечерние полностью. Я думаю, многие православные меня поймут, что читать кратко или по серафимовым правилам намного проще, чем вычитывать полное. Ну, конечно, что вот 3 минуты, а что 20 минут. Но 10 минут или полностью. Но я несколько раз начинала. Помню особенно, ну, если учесть, что я 27 лет в церкви, вот первые года я начинала, потом бросала. Начинала, бросала. Я никак не могла себя приучить. А поскольку мне Господь давал все-таки старцев, я так считаю, духовных, благодатных, и они всегда говорили, нужно читать утренние, вечерние, ну, желательно полностью. Я пыталась себя заставлять. И не могла понять, ну как. А потом какой-то период прошел, я не знаю, может, Господь дал благодать, я все-таки себя заставила, я начала читать. Я не любила вот это долго. Меня почему-то всегда смущало. Мне проще было тоже акафист почитать, каноны. Псалтырь я очень любила в Законе Славянском. Я до сих пор люблю псалтырь. А вот. Но все равно заставляла. И, видать, Господь, видя вот этот труд, и как Он же любит, когда мы... Не то, что мгновенно что-то, а когда вот именно долго. Вот несколько лет я читала, и что интересно, когда читала-то постоянно, регулярно, и молитвы-то, оказывается, Господь дал благодать, они запомнились наизусть. А потом я поймала себя, потому что когда еще возила по святым местам, приходилось там же читать, а зрение уже ухудшалось, и ты и трясет, и мелкий шрифт, и неудобно. И как бы я отвлекалась, и я себя поймала на мысли, оказывается, я их знаю наизусть. И я уже начинала читать наизусть. Вот поедем на святое место, набрала я людей, я открываю молитву слов, а сама чувствую, что мне тяжело читать, я закрываю глаза и начинаю читать наизусть. И я поняла, что, оказывается, вот он труд. Какой бы, как бы они, как я их не любила, но я заставила себя и немножко потрудилась. Господь мне дал их выучить, с Божьей, конечно, помощью благодать. И когда я их стала знать наизусть, тогда я их как бы полюбила, тогда я поняла, вот к чему говорили там те же монахи, те же святые, те же старцы, почему они говорили, читай, полюбишь. А я думаю, как же их полюбить-то можно? Оказывается, только через труд, через усердие, и нужно время, нужно терпение. И только когда выучишь наизусть, тогда уже легко, тогда уже просто, тогда уже можно, находясь, ну где бы ни было, книгу с собой можно не брать, не всегда книгу с собой возьмешь. А вот всякие жизненные ситуации бывают. Поехала там в Москву на поезде или где-то, очень удобно. Я даже сейчас вот стою ночью, я, например, свет я не включаю вообще, а так бы мне нужно было как, включить свет, тратить энергию, открыть молитвослов и читать. А сейчас очень удобно. Я экономлю, свет не надо включать. Я даже и свет не включаю, и глаза закрываю. Мне так больше нравится, потому что удобно сосредоточиться. Меня все это отвлекает, и я с закрытыми глазами, и так лучше. Я читаю наизусть. Господи, помилуй. И вот слава Богу, вот теперь я понимаю, теперь я рада и благодарна. К чему я и говорю. А кайсты, те, кто читает хорошо, читайте. И почему я, кстати, себя попросила читать вместе со мной, и потому что я считаю, ну как опять, скажем, вернемся к Евангелию, где двое-трое собраны во имя Мое, то там я посреди вас. То есть я понимаю, что я читаю одна, ну как бы не так, мне более, я считаю, что Господь услышит молитву, когда мы будем читать вдвоем. Uh-huh. Вот, как бы, чтобы я на себя больше-то не надеялась, а больше на тебя, скажем. На Божьей помощи. Да, скажем так. То есть мне как бы более приятно, я осознаю, что в одно время мы с тобой читаем, вот. И это как бы будет больше помогать.